А перед началом видео хочу напомнить, что каждую неделю я рандомно разыгрываю стикеры среди тех, кто подписался на мою страничку ВК. По секрету, чем вы активнее на страничке, тем выше вероятность выиграть. Ссылка в описании. Фух, как я устал от этих боев, побед и поражений, от этих смертей постоянных. И мне уже это надоело, может быть отдохнуть? Ой, да, есть такое, ну... Вообще мне нравится твоя идея отдохнуть, а где отдыхать-то ты предлагаешь? Нас же ждут там, нужно охранять наших и сражаться за честь наших товарищей. Ну ладно, мне нравится идея, пойдем отдыхать. Куда? Знаешь, ну нам нужно как-то это... В отпуск все-таки надо, наверное, расписку какую-то... Ой, какая расписка? Если что, начнет у нас бузить наш директор, то мы ему это вот так вот... Ой-ой-ой-ой, а я тут при чем? А я тут при чем? А ну-ка... Не надо по мне стрелять. У тебя как бы сильный дробовик, так что не надо. Так, ладно, знаешь, я думаю, все-таки не будем далеко отходить оттуда. Отдохнем где-нибудь здесь, на пляже. Вон, видишь, там два шезлонга как раз для нас. Так, для тебя, скорее всего, подойдет вот такой вот розовый. Да, для меня подойдет синий, ибо я ему... Ну и ладно. Ибо я настоящий мужчина, мне подойдет только синий. Ты девушка. Вот, синенький мне нравится. Теперь я как настоящий музик. Да, кто музик? Я музик. Ты девушка, я тебе это буду напоминать каждый раз. Рыба. Ой, слушай, что-то мне пить дико захотелось. Ой, мне очень тоже что-то пить, знаешь, жарко как-то. Эй, не надо, тут как бы вода соленая. В козленка превращусь. Ну нет, скорее всего, ты какого-нибудь другого персонажа избрал Старс, например, Спайка. Тут же, как видишь, песок будет, кактус. Спайка я не хочу, а вода на самом деле омерзительная на вкус, попробуй. Да, видишь, там как бы спруты плавают, они, наверное, туда это, как писи, это все это такое. А ты это только что выпила. Фу, я все выплюнула, отвечаю, я не пила, я всего лишь так на язычок попробовала, не понравилось, я выплюнула. Да. Так, о, смотри, Танюха. Тут какая-то Танюша. Танюха, надо привет. Это спросить ее, как бы, что нам нужно спросить? А, нам вода нужна. Здравствуйте, Танюша, я так понял, да. У меня есть к вам такой небольшой вопрос. Нам нужно попить, и у нас нету денег. И пожрать и тоже хочется, да, еще лучше бесплатно, потому что денег нет. Либо пожрать, либо я тебе сейчас чик-чирик, поняла меня, Танюха? Так, тихо, не надо ее это. Она и так, я вижу, какая-то дрожит. Какая-то Спасите, пожалуйста, нас! Что такое? Что такое происходит? Объясни нам, пожалуйста. Там, как бы это, еще другие персонажи из Бравл Старс воруют просмотры. Что? Какие просмотры? Ты упоролась, Танюх? Сейчас я тебе голову-то про... Оп, слушай, мне тихо. Походу попасть нельзя. Тихо, не надо это, в нее стрелять, как бы, она может дело говорит. Вы срочно должны их найти и убить, потому что иначе они убьют всех нас из-за того, что у нас не будут лайков и просмотров. Как в смысле? Вот это сейчас, ты, конечно, подметила прям важно, потому что нам лайки и просмотры очень важны. Вот сейчас, например, вы спуститесь и поставьте лайк, да. Да, обязательно. И подписитесь на канал. Мы обожаем, когда вы подписываетесь на канал. Больше просмотров, больше лайков, больше людей. У-ху! Ты знаешь, это уже похоже на то, что мы прощаемся. Так, ну, хорошо, а где они находятся? Скажи нам, пожалуйста. Они находятся на другом берегу. Пройдите по этой тропинке, и там вы их найдете. Только там еще несколько трупов лежит, так что вы это, не испугайтесь. Ой, мы этих трупов, конечно, господи, каждый день видим. Для нас это не проблема. Да мы сами этих трупов и создаем. Сейчас я тебя, Катюха... Ой, Танюха. Ты знаешь, что мы сами были очень много раз трупами? Да, и ты, Танюха, следуй себе. Ту-ту-ту-ту-ту. Походу, Танюха бессмертный. Это все спрут. Это все из-за тебя. Так, может быть, хватит это, всех убивать, стрелять по всем и все такое. Прости, Танюха. Прости меня, Рай. Ты знаешь... А что я прости, а? Мне теперь так стыдно, Рай. И за нас у Танюхи больше нету песика. Так, ладно, успокойся, все нормально, все нормально. Так, да, не забывай, нам нужно сейчас спасти почти весь мир, потому что если опять эти персонажи из Бравл Старс начали барагозить, мы, как Кольт и Эшли, Шелли, должны все это
Так вот, как меня зовут. Буду знать. Да. Мы должны решить эти проблемы с моим дробовичком. Итак, ты будешь первой. Пух, 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 пух. Так, не надо. Так, похоже, так, пока что патроны есть. А что не стреляет? А ну-ка. Пух, пух. Что такое? О! Ай! Пошло, а, все, пошло. Тихо, тихо. Ладно, куда она там говорила? Идти нам надо. Ну, я уже вроде забыла. По тропинке. Вроде по тропинке. Так, хорошо. Мы должны идти по тропинке, но мы идем, в принципе. О, я уже ты вижу какой-то труп. Да, вон, видишь? Слушай, труп знакомый какой-то. Мальчик, погоди, погоди, походу я его знаю. Пацан, а пацан, кто это? Пацан. Я походу, я забыла, кто это. Давай спросим у ребят, кто это. Ребята, напишите да. в комментариях. Вы знаете, кто это за мальчик? Если да, то напишите его имя или как его там. Слушайте, я не знаю. Ну, лицо знакомое, я тоже его где-то видел. Но ладно, я думаю, нам напомнят наши подписчики. Хорошо, пошли дальше тогда. Ты потом это, дальше. Села ему на лицо, зачем? Я села ему на лицо, тебе показалось. О, смотри, тут еще какой-то мальчик. Сейчас спину потихо. Это кто? Стоп, я его тоже где-то видел. А, да, такой красавчик. А кто он, интересно? А, ребята, да, напишите, мне... что это за милый пацанчик тут лежит. Смотри, какой напишите, кто эти люди. Так, подожди. Что? Мне очень плохо. Ему плохо. А ему почему? Плохо? Не знаю. Да. Не знаю, а может быть, потому а что... что он говорит? Помоги! Ему очень плохо. Так по-моему, ему... у них своровали лайки и просмотры. Ты думаешь, поэтому? Да. Зачем ты их обнюхиваешь? Вроде бы пока живой. Но я нюхаю, живой он или нет. Нас так учили понимать. Да он руками двигает. А может, он привлёк... Ему просто очень плохо. А, у него лайков мало. Ой, ребята, лайки не ставите, поэтому они тут и легли и отдыхают. Вот лайки поставите, им станет лучше. Подожди, я увидел кого-то. На нас кто-то мужик бежит, какой-то мужик. Это же Брок. Брок? Убиваем его, да. Ну-ка. Я не знаю, он, видимо, тоже в отпуск решил пойти. Так, давай, стреляй в него. Я стреляю. А. Опа, опа. Ничего так, себе, он жирненький какой, не убивается. Да. Опа, опа, опа. Это, наверное, какой-то прокачанный, я не знаю. Да, походу, похоже меня... на то. Он все время как бы это убивает. Да? Так, давай его застреляем, да. Мы так его заспаем. Ты... Один против двоих никогда не работает Brawl Stars. Ой-ой, ты не подходи к нему, бьет. Как-то не подходи к нему близко. Ты видишь, я в него стреляю, и он отлетает. Ты близко не подходи да. к нему. Да умри, пожалуйста, хватит нас это, терроризировать. Слушай, так, бей, давай, бей его. Отойди, отойди. Я его убью. Давай, давай, давай. Патроны, давай, последний удар. Все. Я его добил, у тебя патронов нету. Да, у меня патроны закончились. Не, кстати, ничего. На. О, thank you, благодарочка. Слушай, слушай, они очень жирные. Давай мы тоже немножко снарядимся, одевай. О, ничего себе. Опачки, вау. Смотри, какие мы теперь с тобой одеты. Теперь они нам ничего не сделают. Вау, мы знаешь, мы похожи на персонажей из Star Wars. Star Wars? А да, что это за игра такая? Это не игра, это фильм. Star Wars, впервые слышу. Да. Угу. Так это что, выходит, мы спасли вселенную? Да, выходит, мы спасли ну, вселенную. Ну, не знаю, подожди. Смотри, я ищу... Это Бо! Да, они вместе! Да. Они вместе заодно. О, он на меня бежит! Сейчас а я покажу Бо, где раки зимуют. Ой-ой-ой-ой. Давай, спам его. Спамню, спамню. Ты, наверное, должна перезарядиться. Я перезарядилась. Опачки. Вроде бы все давай. Окейушки получается. Все, 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 давай, спам его, спам. Спамлю, давай, спамлю, мы его застреляем сейчас, ха. Давай, давай, ты тоже давай. Думаешь, что как бы один на одного, ой, один на одного, один на двоих думаешь, что все сработает. Да даже не пытайся, лучше убегай сразу же. Патронов так. нету, босс из консервы. Отойди, я в тебя сейчас буду попадать. А, он меня бьет. Понятное дело, он тебя бьет. Я в него стреляю. Так, я метки вообще как не знаю кто. Давай, стреляй в бой, я его ручкой попробую. Зачем ты его так бьешь? Да потому что у меня патронов нет, убойся. Да куда ты свои патроны деваешь? А у меня дробовик, он там по несколько пуль, по 6 пуль за раз, если не больше, или по сколько там. А у меня тоже патронов нету. Так давай его забьем руками. Походу... Я все-таки накачанный. Давай, бьем его. Нам, походу, руками будет очень сложно. Ты пока бей, я пойду сделаю быстренько нам мечик хоть какой-нибудь. Давай. Ладно, хорошо. Из дерева. Собака, кусай его, пожалуйста. Там что, песик ожил, которого я тогда чих-чих? Блин, я на песик... Не, это какой-то меньше, маленький такой. А, так, это чихуа-чихуа? Ты думаешь на меня, да? Ты думаешь, ты меня это? Да я тебе сам это.
Ну и чё, как там, выходит с ним, или он слишком жирненький? Да он жирный, но что-то получается немножко. Ты скоро там уже, а? Так, я сделала... Я тут один не продержусь. Я сделала деревянную, я не знаю, он походу будет не очень, дай попробую. Да ладно, убей его уже быстрее. А, слушай, помогает вроде бы. Сейчас тебе скрафчу, убей его, дай. Ты неправильно дерешься, дай мне, пожалуйста, этот меч. Бери, я тебе дала. Взял его, взял? Так, все. Да. Я его убью. О, я подпрыгиваю высоко. Да хватит меня бить. Осторожно. Господи, я сейчас тебе помогу. Сейчас все будет. Я сейчас все сделаю. Да, все, я уже скоро с ним разберусь. Скоро, ты уверен? Может, все-таки не скоро? Я сейчас все сделаю. Да. Сейчас накопаю. На метого того накопаю. Сейчас опачки. Давай, быстрее. Помоги мне, пожалуйста. Сейчас все будет. Сейчас буквально 5 секундочек. Иху, я скрафтила каменный меч. Он чуть-чуть посильнее. Давай. Я бегу. Быстрее, спаси. Живи, он что, много наносит, что ли? Ты понимаешь, у меня уже столько синяков, что я не знаю. Так, давай, ты каменный сделала? Да, я ж сказала, сейчас будет попроще нам. Опачки. Давай махнемся, по-моему, на тебе неправильно каменный. По-моему, ты неправильно бьешь. На тебе каменный, давай, держи, бери. А, хватит меня бить! Опачки. Так, все, я его добью. Давай, бей его. Я уже столько ему критов сделал. Ой, я собаку убил, кажется. Все. Мы его убили. Мы, кажется, спасли мир. На меня напала, чхо. Хватит их бить. Да на меня они напали. Я тебя сейчас буду бить, они на меня напали. Я тебе говорю, они на меня напали. Почему ты меня не слушаешь? Так, хватит меня бить. Все. На тебя киркой по голове. Хватит. Знаешь, я думаю, мы все-таки выполнили нашу задачу на сегодняшний день, и мы не отдохнули так-то толком. Я думаю, надо уже попрощаться, да? Да, спокойной ночи. Ты куда спать? Еще нужно прощаться с ребятами. Ну ладно, давай. Ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Также нажимайте колокольчик, так как это важно, потому что вы будете получать уведомления о новых видеороликах. А еще не забывайте смотреть видео слева и справа, ведь они очень интересные. А с вами была Фласочка и... Рай, всем удачи и... И всем пока-пока, ребята.